Всем привет! Это видеообзор корма для собак мягкого фирмы Брит. Я его приобрела в магазине Шиншилка. Он подходит для всех возрастов и всех размеров. Сонечка, дай покажу. Значит, что касается состава. Состав отличный. Индейка 35%, бульон 35,5%, курица 22%, печень индейки 4%, а также 1% ромашки и минералов. В составе еще есть лососевое масло. Производитель – это Чешская Республика. Вот так выглядит корм. Соня, Сонечка, на, Сонечке нравится. Мягкий нежный паштет и бульончик. Отличное сочетание для маленьких щенков, у которых зубки только прорезаются. Вот такой корм. В этой банке 800 грамм. Крышка с кольцом. Это тоже удобно. Спасибо вам за внимание.